Шалом героям. Хлорофилипт начал принимать. Принимаю хлорофилипт. Значит, как я его принимаю? Скажу вам честно. Спиртовой раствор. Так как ночью все равно хочется иногда пить, то я себе там 100-150 грамм воды наливаю в него этого хлорофилипта, может быть, ложечку, да, и ночью его пью. Не в напряг, оно пахнет мне, я как будто в Амазонке, эвкалипты. Чувствую себя просто-напросто молодой здоровой обезьяной, которая там лазит где-то по каким-то пальмам, еще что-то, какая-то движуха, рядом со мной какая-то молодая обезьянка, я весь в эвкалиптах, и, в общем-то, я вам скажу, даже стал лучше спать. Да, ощущаю такое, даже, может быть, могла бы быть не одна обезьянка, а даже две обезьянки со мной, и мы по пальмам и прыгаем, да, мне действительно был такой сон, и причем после эвкалипта. Хейтеры поднялись там все, и это самое. Так что очень даже помогает, она, во-первых, кишечную флору как следует подгоняет под нормальную, убивает хеликобактер пилори, очень хорошо борется со стафилококком. Я рекомендую всем. Это очень даже здорово. Может, это чуть пониже рейтингом, там, пивасика с селедочкой. Но в определенной мере, в нашем с вами определенном деле, мы это с вами понимаем, что мы занимаемся важным делом, вот, оно очень помогает. Всем здоровья, друзья мои!